рядом с вами. Мы всегда в районе. И вы всегда можете к нам обратиться за той или иной проблемой. И несмотря на то, что некоторые вопросы, они даже не входят в наши полномочия, но тем не менее мы принимаем их к сведению, стараемся вам помочь, они находятся, как говорится, у нас на контроле. И жителям, я думаю, совершенно не важно, относятся это к нашим полномочиям, не относятся, они в первую очередь идут к нам, они знают нас. А мы уже обращаемся в профильные департаменты, в органы исполнительной власти и так далее, для того, чтобы решить ваши проблемы. Пожелаем здоровья и также удачи. Спасибо.